Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый бук. Называется Reclaim 4U. Как-то так. Где мы будем зарабатывать на просмотре сайтов. Коины. Коины конвертируются в биткоин Сатоши. Ну и, естественно, выводить. Здесь вот выводы идут. Регистрация наипростейшая. Кликаем регистрация. Email, username, два раза пароль. Разгадываем капчу. Нажимаем зарегистрироваться. Попадаем в кабинет. У меня на балансе 240 токенов. А минималка на вывод здесь 100 токенов. И здесь только в биткоин сатошах. Это у меня 13 сатох. Букс абсолютно без вложений. Значит, это домашняя страничка. Вот она. Вкладочка рефералы. Находится наша реферальная ссылочка. Вот она. Копируем. Делимся с друзьями. На чем мы здесь будем зарабатывать? Естественно, на кране и на просмотре сайтов. То есть серфинг. Да, кран доступен. Кто просматривает короткие ссылки, я их терпеть не могу. Обычный кран. Сбор. Раз в 3 минуты дают 40 токенов. Можно делать в день 2000 клеймов. Сейчас загрузится. Разгадываем капчу. И антибот 4-1-3. 4-1-3 на синюю вкладочку. Сорок токенов засчиталось. Возвращаемся. И ПТСки. Я просмотрела. Здесь минималку набрать очень быстро, друзья. 20 токенов, 20 по 5 секунд. Кликаем. Таймер. Разгадываем капчу. Возвращаемся. Все, 20 токенов засчиталось. Еще у меня две рекламки. Я хочу в режиме онлайн проверить его на вывод. Так как букс свежий, вот такая фигня, друзья, появляется. Все, зачет. Я обновляю и работаю как бы. Так, последняя рекламка. Вкладочку закрываем. Все. Ну и все, депозит нам не надо, трансфер нам не надо. Здесь ничего такого нет. Основные моменты я вам показала. Сами, кого заинтересует, погуляйте уже здесь. У меня 340 токенов стало. Это 18 биткоин сатох, видим, да? Здесь нужно прописать адрес кошелька от FaucetPay. Видим, биткоин сатохи на FaucetPay. Так, что у меня здесь? Адрес взять надо мне.
Все делаю в режиме онлайн. Прописываю адрес. Возможно, надо email адрес, потому что бывает такое, что написан адрес кошелька, а потом пишут, что нужно email. Ну, сейчас проверим. Значит, смотрите, 18 биткоин сатох у меня. Кликаем вывод. И забыла сказать, самое важное, обязательно нужно подтвердить адрес электронной почты. Вам на почту придет письмо. Если вы не подтвердите, то вам не дадут вывести. Так что почта действующая нужна. Возвращаемся. Все при вас делаю, все в режиме онлайн. Платит инстантом. Было 18. Сатоху, наверное, забрали. Реклейм 4U. 17 биткоин сатох. Согласитесь, неплохо. И на кране тут можно подзаработать тоже неплохо. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.